Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Но вначале, как всегда, открываем сундуки. Так, здесь у нас ледяной лук. Хорошо, отлично просто. Так, дискошар, ну, как вы знаете, меня не интересует. Ледяной щит, замечательно. Жалко, я его пока пропать не могу, но у нас еще есть сундуки. Поэтому посмотрим, может быть, что-нибудь да выпадет из них. Так, поехали далее. И что здесь у нас? Так, снежки. Замечательно. Дальше. На опять дискошар. Ёлки-палки. И Юрий. Кстати, отсылка на космонавта. Так, давайте третий открывать сундучок. И у нас здесь УЗИ. Вот, УЗИ это замечательно. И молот Тора. Ну, в принципе, тоже неплохо. Ледяное сердце. Ну, честно говоря, мне не особо он понравился. Поэтому его не особо рад я видеть. Так, удар в спину, ребята, это новая способность. Надо будет, кстати, посмотреть, что она из себя представляет. Пестициды, ледяной лук. И последняя карта, это у нас доктор Царапка. Кстати, очень часто он у нас стал выпадать. Так, давайте-ка зайдем в инвентарь и посмотрим, что это за новая способность. Наносит урон случайной задней цели и оглушает. Незримый убийца скрывается во тьме. Так, общий урон плюс критический удар, оглушает монстров. Честно говоря, не особо могу понять, что он делает. И даже не знаю, стоит ли вообще брать его. Как-то у меня все уже сформировано, колода у меня достаточно хорошая. О, я могу даже, ребятушки, и шар прапать, и гарпун, и жабу. Так, вот жабу, наверное, стоит в первую очередь сделать. Так, отлично. Теперь давайте шар. Так. Ух, 645 общего урона, довольно неплохо. И гарпун, 366 общего урона. Ну что, в принципе, я доволен. Давайте продолжать с вами рубиться в компанию. У нас она длинная. Тут еще, кстати, будет у нас в конце босс. Поэтому не стоит оттягивать игру. Приступаем. Так, ну что, какая загрузка? Ёлки-палки, 33 загрузки, что ли, будет у меня здесь? Давай, не томи меня уже. Ну давай ты быстрее, елки-палки. Все, поехали, ребят, приготовились. Так, мои ребятушки тут активировались. Все пучком, все нормалек. Погнали, у нас тролль. Выкуси гнида. Так, начинается у нас, короче, здесь резня. Так, смотрим, смотрим, ребята, щит у меня есть. Так, у нас будет первым атаковать осьминог. Поэтому надо быть наготове и подготовиться, чтобы вовремя успеть поставить щит. Опачки. Ну, дудки тебе, охламон. Так, тролля нету, ребят, как и не бывало. Блин, блинский. Ладно, давайте попробуем так. Хотя я прекрасно знаю, что это было глупо. Иди-ка сюда. Опачки, вот ты и выпал. Блин, я единственное, ребята, не знаю, когда они будут ударять. Но у меня и щита пока нету. Так, давайте колбасить. Вот щит у меня. Угу, замечательно. Надеюсь, отлично. Вовремя я его поставил, так что у нас все хорошо. Давайте дальше бомбить. Ну, заморозим? Нет, как всегда, никого не заморозили. Хорошо, давайте тогда... Ай-яй-яй, больно было? Ну, УЗИ, давай быстрее. Отлично, все, слизнюк готов. И остался лишь осьминог. У меня щит есть, я вижу, когда он будет атаковать. Так что я полностью расслаблен. Смотрите, готов осьминог. Ага, давайте спутник. Теперь УЗИ. Холодильничек применим. Ай, не туда немножко, ладно, не беда, ребята. У нас с вами есть щит. Сейчас мы, ребятушки, подгадаем. Вот так вот, пожалуй. Интересно, а гоблин ударит меня или нет? Сейчас проверим это дело. Да, он меня ударяет, зараза такая. Ну ладно, все, сейчас мы этого в первую очередь должны забомбить. Волчара промахивается, хорошо. Все у нас пока под контролем. Есть, жестянка готова. Так, кто у нас там? Ну, волчара сейчас будет первым бить. У нас нет щита, ребята, это очень-очень плохо. Гоблин получает шаром. Пока все нормально. Волчара, промахнись. Вот так вот. Холодильничком, но не добили, к сожалению. Ладно, сейчас мы его вот так вот. Бинго. Ну что, один волк остался у нас. А ну-ка, давайте-ка его расколбасим. Ну-ну-ну, успели, успели мы, ребят. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, у него откат успеет. Да, успел все-таки, он меня бьет. Вот подлец. И щит появился, но не вовремя достаточно. Хорошо. Так, тролль у нас здесь, ребята, на первом месте. Но нам пофиг на него. Будем колбасить осьминога. Так, давай-давай, щит есть, хорошо. Кто у нас там будет бить? Пока никто. Пока никто не готов меня ударить. Вот, осьминог хочет, смотрите. Применяем щит, нормуль. Так, и тролль. Тролль тут у нас еще и баф получил. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо-то у нас здесь вышло.
Да, не посмотрел, что он окопался. Хрен с ним. Давайте его вот так вот. Нормуль. Блин, я не вижу, когда применять щит, ребят, потому что все скрыто. Все скрыто. Но будем тогда уже, наверное, с вами долбить тролля. Так, заморозится? Так, ну что, Гринч у нас замороженный, хорошо. Осталось лишь тролля заколбать. Ай, сейчас звезданет. Черт бы его побрал. Расстреляли, все, готов. Осьминог у нас, ну-ка, давайте его жарить. Да сгори ты уже, блин, нет, вот смотри, он ударяет меня, а, перед смертью, гаденыш. Ну что, хорошо, Гринча мы сейчас, в принципе, разберем. Ничего здесь страшного не будет. Надеюсь, он не ударит меня, не успеет. Нет, не успеет, ребят, снежками мы его забросали. Все, ух. Первая, так сказать, миссейка у нас пройдена. И это очень замечательно. Не будем с вами долго стоять и думать. Сразу перейдем на вторую миссию. И у нас здесь, я смотрю, есть дедушка-зомби. Маги жестянки-зомби называется миссия. Ладно, приступаем. Будем сейчас всех тут колбасить, как всегда. Но все это понятно. Жаба-заяц готовы. Начинаем. Нечего тут окапываться, а? Ну, кто-нибудь заморозится у нас? Отлично, оба заморожены. Хо-хоу, шикандос. Тогда будем потихоньку колбасить. Ага. Так, кто у нас там будет? Оп, мимо. Замечательно, получи шаром, гад. Блин, блин, давай быстрее, Узи. Опа, готов, жестянка готова. Ну, сейчас удар получим. Ну ладно, фиг с ним, один пропустить можно. Да какого лешего ты лезешь-то, блин, а? Охламонище ушастое. А, ё-моё, блин, все, и щит не испортил, блин, гад. Ладно, с одной стороны, зато он у нас открыт, и мы сейчас сможем его употребить, потому что он будет сейчас ударять нас. Хей, гоблин, опа, мимо. Так, а мы в этот момент будем расстреливать. Ай, ударяет все-таки. Конечно же, мага, противного мага, который нам всегда все портит. Так, давайте попробуем вот эту вот карту, что тут у нас. Ох ты, шикарно получилось. Ну, замораживаем, наверное, гоблина. Отлично. О, еще и щит есть. Хе-хе. Ну все, считай, победа уже за нами. Вот он, щит, ребята. И вот мы его добиваем. Давай-ка, подождем маленько. Ах ты, зараза. Ну все, Узи. Хе. Давайте, шалобуды. Получите, как говорится, снежками по морде. Нормуль. Так, иди-ка сюда. Чем бы тебе... Давай-ка холодить. О, прям в него, замечательно. Все хорошо. Так, у нас щит есть. Осьминог свое получил. Ну-ка, вот так вот. Кто тут у нас? Дед промахивается, замечательно. Холодильник немножко не туда, конечно. Еще и это поставили. Ладно, сбиваем спутником. Да вы заколебали со всех сторон-то уже атаковать, а? Олухи. Блин, ну хотя бы осьминога заморозили. Ладно. Вовремя, вовремя у меня щит поставился, ребятушки. Я, честно говоря, ставил его наугад, но приблизительно знал, что кто-то должен ударить сейчас. На, осьминог, давай бомбить его. Гори. Все, у нас тут дед зомби и слизнюк. Естественно, нам нужно с вами слизняка как можно быстрее убить, потому что... вот чего я и боялся. Дед поменялся с ним местами. Так, что бы делать-то? Я даже не знаю, ребят, что делать. Надо вытягивать нам слизняка. По любасу. Так. Иди сюда. Да ладно, хорош ты, дед. Успокойся уже нафиг, а. Расстреливаем. Не добили. Хорошо. Сейчас с дробовика выкусит. Ну, ты будешь гореть, гад. Гори давай. Во, все, нормуль. И добиваем этого старого. Да ё-моё, он успел все-таки сделать. Ну, гад. Так, окопался. Нет, не тут-то было. Давайте его подожгем еще малька. Так, снежки пошли. И дудки нам, как говорится. Ну, что ж, придется шаром. Все, сейчас мы его добьем, ребята. Сейчас мы его добьем, он промахивается. Ах ты, его подхилил этот мухомор. Ладно, не беда, ничего страшного. Давайте, наверное, жахнем вот так вот. Ну, горит уже, да посмотри, что делать. Нет, по-моему, мы успели, ребята, его сжечь. Подхил для меня не страшен. Вот для меня страшен вот этот вот скелет, потому что он хочет ударить, но у нас есть щит, поэтому я не боюсь пока. Давайте, наверное, вот так, поставим его. Ставить желательно прямо перед ударом, потому что он всего 3 секунды действует. Ну что же, продолжаем добивать скелетика, потому что мухомор нам пока не страшен, он там отхиливать собирается. Ну, давай, комок. Вся надежда на заморозку. Да, конечно, блин, заморозка, блин. Не прокатило, как мы видим. Хорошо, щит есть, все нормально. Узи, давайте так вот сделаем. Да сгори, все, отличненько. Ну что, шаром давайте добивать, наверное, мухомора. Не добили мы нифига шаром его. Давайте всеми подручными средствами.
Он себе подхиливает, но это ерунда, ребята. Вот он собирается ударить, но я думаю, что он не доживет до этого момента. Все, готов. Ну что же, в принципе, неплохо. Мы идем с вами, мы проходим с вами вторую миссию. Ух, так что у нас третья. Третья миссия сейчас откроется, там четвертая. Оу, мы еще и новый уровень с вами получаем. Замечательно, 13-й. Хе-хе. Ну что же, это очень радует, ребятушки. Ну, а вот у нас монстры на каникулах называется миссия. Ну, давайте мы испортим им каникулы, как они нам портят жизнь. Вы же помните, мы играем за медведя, а он не любит, когда у него в лесу шумят. Поэтому он разгневался. Так, получи еще разок. И давайте, наверное, подожгем его на дорожку. Отлично, все хорошо. Щит. Промахнулся. Ответку получил, сразу же сдох. Да-да-да, конечно, волчара. Воу, вот этого я боялся, ребята. Он все-таки успел это сделать. Гори. Щит у нас есть, замечательно. Сейчас мы с вами спешить не будем. Подождем, пока у них подойдет. И вот сейчас щит. Отличненько, все нормуль. Получи холодильником, гад. А теперь снежки в бой. Ну, ах, волчару не замочили. Блин, точнее не заморозили. Ладно, фигня все это. Он у нас один остался. Мы его замораживаем холодильником и начинаем колбасить. Давайте проверим, что у нас у заката. Ох ты, шар. Как же тебе, волк, не повезло, потому что у меня есть щит. Хе-хе, и ты, естественно, не попадешь по мне. Да-да, конечно. И снежками мы его добиваем. Так, дед зомби, гринч и гоблин. Очень плохо, ребята. Так, давайте мы начнем с гринча. Так, горит. Горит потихоньку, гаденыш. На-ка, еще разок. У нас щит сейчас нужен. Давайте стать, потому что зомбарь, естественно, со своим рывком. Вперед и удар. Так, и он заморожен у нас. Угу. Давайте вытягивать гоблина сюда, поближе к нам. И уже будем с ним разговаривать тет-а-тет. Вот так вот, с помощью дробовика. Так, у меня... Нет, давайте щит применять. Щит надо, потому что он сейчас будет бить и упрыгнет. Все, понятно. Так, детка, детка, детка. Эх, не получилось, не успели, ребят, к сожалению, мы. Ладно, хорошо. Иди сюда, гоблинок. Куда там ускакал от меня? Мы с тобой еще не закончили разговор-то, а? Давай, дробаш, давай, 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 давай. И отлично, ребята, мы успели заколбасить. Ну, а с дедом у нас будет разговор короткий. Ставим щит, он промахивается. И его добиваем. Так, тролль. Начинаем с комочка, как всегда. Так, холодильник. Теперь, наверное, я даже не знаю, УЗИ у нас. Ну да, все, ждем, наверное, щит, ребята. Так, нормуль, поджигаем его. Я знаю, что мухомор будет сейчас хилить здесь всех. Но пока есть время, надо все использовать по максимуму. Гори, гаденыш. Не успею, ладно, фиг с ним. Вот так вот. Ну что, надо, ребята, заканчивать с этим охламоном. Так, зря я, наверное, влепил, конечно, этот щит. Да когда ж ты сгоришь-то? Ну, его еще и подкинули. На-ка, в бубен. Так, я не вижу ихних откатов, ребята. Будем действовать, как говорится, наугад. Давай-ка поджарим его маленько. Я знаю, что он сейчас будет отхиливаться. Никуда он не денется. Получи шаром еще разок. Так, что у нас? Давайте спутником. Нормуль. Так, УЗИ, УЗИ. Все равно будем бомбить УЗИ. Так, нормуль. И вот так, добили. Замечательно. Ну все, осьминог у нас один остался. Я, по крайней мере, вижу его намерения. Подождем, ребят, подождем. Вот так вот. Пускай бьет, теперь хоть забьется. Эй, замороженный. Все, пока. Адьюс. Адьюс, олух. Ничего у тебя не выйдет. Ух, ну что, ребята, вот, в принципе, и третья миссия у нас пройдена, да? И довольно успешно. Остается четвертая у нас миссейка. Так, она открылась, я чуть не понял. Сражение. Кстати, уровень монстров, ребята, здесь 14-й, а я 13-го уровня. И это, кстати, о многом говорит. Они все-таки превосходят меня по силе и по мощам. Ладно, погнали. Ага, конечно. Блин, нечем ударить. Вот он, спутник мой. Давайте теперь вот так сделаем. Щит есть, это хорошо. Если что, прикроемся, а мы прикрываться будем именно сейчас. Так, и должен промахнуться. Нет. Волчара у нас заморожен, поэтому зря, конечно, немножко сделал. Хрен с ним. Давайте тогда вот сейчас. Опа, и он промахнется. А этот гад мне карты меняет. Ах ты паршивый, ты клоун. Ладно. Давайте добивать тогда вот этого вот жестянщика.
Все, клон, ну ты допрыгался, гад, а? Все, я тебя сейчас буду бомбить узями, хирузями, все, что мне под руку попадется. Ну, как же долго все это идет. Да, вовремя, ну, в принципе, неплохо. Волк, блин, попал все-таки, гаденыш. Все, клона мы замочили, а это у нас маг был под клоуном. Так что продолжаем разбирать. У нас тут волчар один остался. И я думаю, что ему, в принципе, финиш. Успей, да? Нет, не успел. Хорошо. Снежки, дед-зомби меня, честно говоря, бесит. Бесит, он здесь не в тему вообще встал. Так, хорошо. Гори, гоблинок. Щит у нас есть. Сейчас мы его, наверное, и активируем, ребятушки. Так, вот, дед собирается ударить. Опа. Замечательно, хорошо. Пока живем. Только вот он мне здесь нафиг не нужен на переднем-то плане. Где мой гарпун? Я не вижу гарпуна. Так, щит, надо будет ставить щит, потому что и дед, и гоблин сейчас будут бомбить меня. А мы пока займемся с вами слизняком. Так, замечательно. Подожгем его, пускай горит. Но он, правда, сейчас меня звезданет. Так, гоблин, иди сюда. Ай-яй-яй, немножко не добили. Да хрен, в принципе, с ним. Вот так вот, теперь ему каёк. Блин, дед, да ты задолбал. Ты мне сейчас тут вообще не нужен, если честно. Вот как мне быть? Давай, ай-яй-яй-яй-яй. А в принципе, какая разница? И снежками то же самое бы вышло бы. Зомбарь получает защиту. Блин, ой, зачем я сделал? Не то, ребят, не то я сделал. Короче, ждем. Ждем, сейчас у них будет удар. Мы с вами поставим щит. Отлично, сейчас они промахиваются. И начинаем потихоньку бомбить. Ну, кто-нибудь заморозится? Никого абсолютно не заморозили. Так, хорошо, слизнюк, иди сюда. Мы сейчас с ним будем говорить очень быстро и коротко. Надеюсь, дед не успеет прыгнуть. Ну, да ё-моё, немножко не то. Ну ладно, в принципе, давайте расстреливать. Все. Ну, а теперь и бомжа. Какого бомжа, когда это зомби? Чё мне в голове, ё-моё. Так, расстреляли. Новая партия. Ну что ж, давайте с комочков начнем. Так, теперь вот так. Два замороженных у нас. Хорошо, в принципе. Надо мне тролля уничтожить. Если что, прикрытие у нас есть. Так, тот будет сейчас хилять. Ага, подхилял. Ставим щит от тролля сейчас, ребята. Вот так вот. Все, замечательно. Давайте его, наверное, потихоньку бомбить. Ну, Узи, давай, готов. Нормально, он сейчас опять окапывается. Ну, в принципе, ничего страшного. Мы снимаем окоп, отлично. И вот так мы в бубен, замечательно. Так, подожгем его еще. Надо его как-то добить, добить, ребятушки. Обязательно добьем сейчас. Его подхилили, ядрена вошь, а. Так, Узи, они у нас мощные. Все равно слабо, все равно слабовато, блин. Давай, 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 наверное, так сделаем. Есть, мы его добили. Мы его добили именно снежками. Опа, мухомор у нас здесь, да? Давайте, наверное, щит поставим на всякий случай, потому что этот медуза может нас долбануть в любой момент. Ну, видимо, я зря это сделал. Так, расстреливаем дальше этого охламона. Медуза. Он вообще-то осьминог у нас. Да ладно. Уже без разницы. Так, давай вот так сделаем. Ага, вижу, вижу я. Все, нормуль. Расстрел. И с дробовичка. На-ка, выкуси, гаденыш. Давайте, наверное, шаром его прикончим. Есть. Вот так вот, ребятушки, мы с вами проходим четвертую миссию. Как говорится, испортили им каникулы. И у нас, кстати, завал по сундукам. Ничего я сделать не могу, ребят, потому что тут у нас эпически будет сундук на боссе. И я считаю так, что надо сделать небольшой перерывчик, подождать, когда у нас откроются сундуки, вскрыть их и, соответственно, уже потом продолжать идти на босса. Так, что мы здесь можем? Мы можем с вами... Ох, сколько здесь всяких вкусностей будет. Давайте, наверное, улучшим арбалет. Я считаю, это будет правильным делом. И, наверное, гранату. Да, пускай она будет у нас апнутая. Вдруг когда-нибудь пригодится. Ну, в общем, как-то так. Больше мы ничего здесь с вами сделать не сможем. Да и нечем. Так что ждем. Всем привет, ребята. Ну что, вот у нас, в принципе, подошли к откату наши сундучки. Сейчас, я думаю, что мы их будем вскрывать. Естественно, что-то прапается, что-то не прапается. В общем, давайте смотреть. И здесь нам выпадает что? Ну что за лаги еще? Так, ледяной щит. Можем апнуть. Это хорошо. Лишь бы было чем. Юрий. Опять нам попадается Юрий. Честно говоря, не очень хорошая карта. Мне не нравится. Так, жгучий улей. Мимо.
Так, топоры дровосека тоже мимо. И ледяное сердце. Ну, тоже не айс, конечно же. Поехал еще один сундук у нас. Дискошар, да ё-моё, что ты будешь делать? Ледяной лук. Ладно, фиг с ним. И опять Юрий, да ё-моё, ну хорош уже Юрием-то меня пичкать. Мне нравится, говорю, мне эта карта. Здесь что у нас? Пестициды, ядрёна вожь, холодильник. Вот лучше дайте мне холодильник или ледяной щит. О, ха-ха-ха. Мы его, естественно, сейчас прапаем. Так, осколочная граната, фиг с ним, пускай остается. И опять леденящий лук. Все, ребят, сундуков больше нету. У нас с вами босс, но мы посмотрим, что можем апнуть. Во, щит, это хорошо. Блокирует до 14 уровня. То есть вот этих ребят мы еще можем с вами блокировать вполне. А уже на 15 уровне все, ребята, извините, ничего у нас не прокатит. Старый знакомый, босс. Слушайте, ребят, по-моему, действительно старый знакомый. Это не Фрэнкель случайно у нас? Уж больно он на него похож. Та же самая картинка. Ладно, давайте смотреть, он не он. Так, ну что так долго-то? Ага, охламоны мои активировались, все нормально. Ё-моё, разведчик, вот мы и встретились снова. Думал, победил меня. Фрэнки, родной, как я рад тебе. Ой, подожди, неуязвимый? С какого ты перепуга неуязвимый-то у меня стал, а? Давненько ли? Так, я не помню, что он здесь делает, но в принципе идем пока очень хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Так, пила, ах ты гад. Точно, вспомнил я. Он уничтожает у нас карты. Да-да-да. Да почему же он неуязвим? А, он же еще в защиту в эту стоит. Ох, сейчас будет свою дудочку эту дудеть, блин. Ёлки-палки, по-моему, будут у него здесь сорванцы бегать. Да? Гудок. И... да, выбегают эти охламоны, блин. Так, давайте-ка мы вначале, наверное, мухомор этот разберем. Так, расстреливаем его. Естественно, щит у нас есть, это хорошо. Мы с вами сможем прикрыться, если что. Если этот, конечно, говнюк мне не порежет сейчас эту карту. А ну-ка. Опа. Замечательно у нас получилось. Все они промахнулись. Это нам просто на руку. Ну, давайте снежками тогда уж. Блин, почему он неуязвимый? Я никак не могу этого понять. Так, опа, скелетик напросился на спутник. Ну, по крайней мере, босс у нас уже горит. Да ты достал уже рубить мне карты, гад. Все меньше и меньше карт. Мне придется скоро на них нажимать, чтобы их активировать. Так, снежки, снежки. Нет, давайте, наверное, давай снежки, все. Снежками бомбанем, потому что... И вот сейчас щит. Вдвоем как раз они бомбанут по мне. Оп, оп. И не тут-то было. Скелет, по-моему, пора с тобой распрощаться, мне кажется, да? А он сейчас горит сам, ребят. А этот опять, смотрите, встает и сейчас опять же свой гудок вызывает этих попандопол. Хорошо, мы подождем. Смотрите-ка, я пробиваю потихоньку его защиту-то. Правда, небольшой урон наношу, но тем не менее. Ага, выскочили охламоны. Так. Эти заморозились по краям, а мы с вами бомбим по босяре. Ну-ка, давайте его подожгем еще маленько. Шар как раз вовремя. Ох ты, как я ему припечатал. Рубит карту, да? Ах ты, дробовик мне разрубил, гад. Слушайте, вот это плохо, что он в защите. Это нам не на руку вообще. Так, иди сюда, слизнюк. Сейчас мы с тобой поболтаем маленько. У меня есть шар. Но это фигня. Так, снимаем защиту с босса. Укрепляемся. И, ну, давайте попробуем. Вот так вот. Нет, не добили, блин. Ёлки-палки, 385 хп у меня всего осталось. Как же быть? Как быть-то? Так, щит есть. Ну ладно, еще, грубо говоря, мы с вами немножко поживем. Почему-то босс у нас ничего не делает. Замер там на месте. Все, надо его расколбашивать. Опа-на, 1000 хп у него всего осталось. Так, 600 хп и... Есть, мы его добили, ребятушки. Хе-хей, ух ты, что-то новенькое у нас тут. Давайте посмотрим, кто это такой. Ух ты, это кто такой у нас? Даже в голову не лезет, кто это может быть. Ну ладно, ребята, мы прошли с вами эту миссию. Так, вот награда и эпический у нас сундук, который у нас будет открываться, по-моему, 16 часов, если не ошибаюсь, да? Ну-ка, сколько там? Ну да, 16 часов, о! Тебе открылся новый интересный режим, пойдем покажу. Пойдем покажешь. Чемпионы озлобились и готовы дать тебе достойный отпор.
Давай посмотрим, что они могут, когда собираются вместе. Ну что ж, давай посмотрим. Я что, возражаю, что ли? Чемпионская арена, 6 вон. Поджигание наносит меньше урона. Брось вызов чемпионам на арене. Чем больше побед, тем больше наград. Хе-хе, ну что ж, давайте пробовать, ребята. Я не знаю, что у нас из этого получится. Но такую штуку я еще не видел. Я видел с волнами там связанное, но там немножко другая. Так, жаба-заяц, все нормуль. Ага, ну в принципе старые у нас знакомые здесь. Давайте смотреть, насколько они крепкие. Снимаем этот окоп, нефиг здесь окапываться на моей территории. Я думаю, что с щитом мне здесь будет немножко попроще. Давай, опа, и промахнись, гаденыш. Ох ты, ё-моё, что он сделал, слизнюк? Ты меня нервируешь, если честно. Пора тебе, наверное, убивать. На кой леший ты жестянки поставил этот защиту, а? Вот скажи мне. Все, я ее снял. Смотрите-ка, жестянщик может давать окапываться другим. Я этого не знал, если честно. Тогда получи вот так, шаром. Ты же у нас теперь как танк идешь, по идее. Ох, я даже не могу ничего... Да ё-моё! Ну, сгори, ты... Так, отлично, он сгорел. Теперь разбираемся с жестянкой. Давайте шаром его. Нормуль. Так, тот будет у нас подхиливать. Так что давайте щит ставить. Вот так. Нормуль. Так, надо уничтожать нам этого жестянчика. Как ни крути. Да, они тут слишком жирные. Еще и подхил получил. На, в бубен тебе. Расстрел. Так, пока... Давайте спутником его. О, так, прижучили. И я буду, наверное, ребята, вот охладить и сейчас щит употреблять. Вот так. Он опять промахивается, и мы ему в ответку. Вот так, из дробаша. Ну что, шаром его, наверное, добьем? Нет, не добили. Хорошо. Давайте тогда вот так сделаем. О, сгорел, отлично. Так, ну ты меня достал, мухомор. Ты это прекрасно знаешь. Так что пора тебе умереть. Сгорел. Так, одна из 6 волн пройдена. Ё-моё. Даже не знаю, ребята, давайте так. Всем подряд. Нет у меня здесь никакой особой стратегии. Единственная моя стратегия, ребята, это дождаться щита на откате. Так, сейчас волчара будет бомбить. Оу, я знаю, что он будет бомбить. Но, нормуль. Пока хорошо. Ну, давайте тогда. Ах, ты вот так делаешь. Ладно, снимаем это все. Жарим. И... Так, давай Узи. Эх, сейчас звезданет, гад. Как-то не вовремя мне все это получается. Да сгоришь ты или нет, а? Мелочь ты пузатая. Это, кстати, ребята, у нас боссы тут восстали против нас. Так, отличненько. Теперь давайте... давай вот так сделаем. Не того, блин, ты ударил. Ладно, хрен с ним. Давайте... Когда у него там, не знаю, будет откат. Но щит у нас есть. И я прекрасно вижу. Оу, зря потратил дробовик. Зря. Так, волк, иди сюда. А мы сейчас поставим с вами щит. Но. Так, шикарно. Ну что же, давайте. Ох, как хорошо. Надо снимать эту защиту со слизнюка. Нечего ему здесь прикрываться. И совсем маленько осталось, чтобы его убить. Не сможем, не успеем. Щит. Щит надо активировать. Ага. Так, и теперь он готов. Все, у нас остался волк, но... Блин, он все равно ударит. Да, он ударит. На 318 бьет, гаденыш. Довольно мощно, мощно мочит. Так, давай вот так вот добьем его морковкой в глаз. Так, ну что, главное, что у нас вторая волна пройдена. Блин, зомби, это у нас кто? Я забыл. Это же маг, по-моему, ага. Расстрел. Значит, нам нужно как можно быстрее его убить, если честно. Давайте снежками попробуем. Хоть кого-нибудь заморозить получится? Никого не заморозили. Плохо. Так, меняет он нам карты. Точнее, вообще уничтожает и делает их все по 5 ман. Это удачно вышло. Мне бы щит бы, конечно бы. Ё-моё, ну. Пум, бомбанул. Сейчас еще и зам... Нет, щит есть. Поэтому маг обломится с ударом. Вот так вот, нормально. Так, холодильник пошел. В принципе, удачно все складывается. Сейчас мы его накажем. С дробовичка, я думаю, достаточно, нет? Нет, недостаточно. Но у нас есть УЗИ. Расстреляли, все, теперь он сдох. Волчара, блин, не успел я снежки накопить.
Так, хорошо, у нас щит наготове, так что мы будем его иметь в виду, потому что сейчас у нас скоро будет волк бомбить. Будет он бомбить. Так. Ё-моё, блин, поставил щит, и холодильник сработал именно на него. Зачем? Зачем так получилось все? Опа, еще разок у нас. Удачно вышло, конечно. Так, медуза, хорош, блин, тут хилится, а? Медуза. Ну, конечно же, этот, мухомор, блин. Уже всех путаешь, ё-моё. Так, ну, сдох. И остался лишь волк-одиночка, которого, в принципе, мы уже и расколбасили. У меня даже щит есть, так что я не боюсь его. Оп, он сейчас промахнется. Почему-то мне подхилы не дают на этот раз. Ну да ладно, гори. Третья волна из шести пройдена. Ага, помню этого босса-волка. Ух, как у нас замечательно получилось. Оба заморожены. Поэтому нам нужно как можно быстрее убивать вот этого вот волка. Прям по нему. Тоже заморозился, гад. Он у нас кто? Дамагер. Поэтому нужно его в первую очередь, ребят, заносить, потому что там хилится. Тот будет сейчас ауру вешать. Для нас это не актуально. Не спешим, ребята, не спешим. Вот сейчас делаем щит. Он делает удар. Замечательно. Теперь снимаем с него эту защиту и продолжаем их бомбить. Ага, опять замороженный. Хорошо, просто замечательно. УЗИ. Так, мне нужны такие, знаете, массовые удары, чтобы просто у них мозги повылетали у всех. Гори, гаденыш. Так, где мой щит? Щита нету. Ё-моё, блин, как не вовремя. Ну, почему-то эти лохмандеи только и замораживаются. Этот нифига не хочет, волк у нас, морозиться. Ладно, давайте тогда начнем с мухомора. Пускай он немножко тут погорит. Так, получи вот так. Щит есть, хорошо, очень замечательно. Так, булавой его, оп, добили. Так, сейчас будет бить. Сейчас он, ребятушки, будет бить, ждем. Причем они оба, и слизнюк, и волк. Так. Ну, бей теперь. На, теперь УЗИ, моя очередь. В бой идут снежки. Да блин, ему осталось там чуть-чуть, совсем маленькое, ребят. Сейчас я звездану ему, вот так вот. И можно булавой, в принципе, еще ударить успеть. Готов. Так, где мой спутник? Вот он. Сняли с него защиту. Заморозили. Так, ну и теперь можно, в принципе, вот так вот сделать и расстрелять, наверное, из УЗИ. Пока. Ух, четвертая волна пройдена у нас, ребят. Может быть, мы все волны сегодня затащим, а? Может, нам фартанет все-таки? Хотя я почему-то сомневаюсь, если честно. Ух, муха-говнюха, давно я ее не видел. Так, окопался. Не тут-то было. Получи межглаз. Так, у нас сейчас муха собирается меня бить. Не тут-то было. Ага. И осьминог там на подходе. Но у нас нету ничего такого, чем мы могли бы прикрыться. Да когда ж ты, тролль, сдохнешь-то уже, а? Ну, давай. Опа. Так, ладно, хорошо. Снежки. Может быть, нам повезет, мы еще кого-нибудь заморозим. Ух ты, практически всех, кроме тролля. Ну, тролля мы сейчас с вами затроллим. Так. Зря сделал, блин, как всегда. Вот боишься, что кто-то звезданет, блин. А они начинают уже после всего этого махать. Ладно, пытаемся, ребят, пытаемся. Нам нельзя проиграть, иначе мы... Все, мы сольем с вами волну. И будет очень хреново. Так, щит на всякий случай. В принципе, удачно я поставил. Ну, сгоришь ты, муха навозная, уже или нет, блин, а? Давай, догорай, муха. Так, а мы пока разберемся с осьминогом. Щит. Опа. Все, нормуль. Подхил нам пришел. И... Бинго. Все. Фу, ребята, у нас осталась последняя волна. И у нас тут, блин, хреновые враги, ребята. Очень хреновые. Я вижу тут маг, который нам будет спутывать все карты. Как-то нужно успевать это все дело сделать. Еще этот Гринч не в тему, блин. Он же тоже у нас тут бафает. Ай-яй-яй, все. Сейчас будет, наверное, нам очень и очень плохо. Хотя пока все нормально. Ну вот эти вот, блин, откаты по 5 маны. Щит у меня есть. А для чего он мне сейчас? Этот будет сейчас бафать. Оп, пробафал, блин. Черт подери, блин, не успел, ребята. Немножко я сделать то, что хотел. Он все-таки успел меня звезднуть. Да хорош вам уже. Да что такой дамаг-то офигенный.
Фу ты, блин. Ну ты посмотри, что творит, а. Ой, не вовремя и не в тему, ребята, это сейчас было сделано. Ну, я же не знал, какие там карты, поэтому все выходит как нельзя хуже. Ай, сейчас добьет мне скелет. Да, ребята, очень круто он дамажит. Но, тем не менее, я все-таки заработал себе синий сундук. И я считаю, что это очень хороший результат у нас здесь получился. Сколько, интересно, у меня следующая волна-то будет? Через 12 часов я смогу туда еще разок попасть. И я получаю еще один сундук, я его забираю. Ну что же, ребята, наверное, на этой ноте я и буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И, естественно, мы увидимся с вами уже в четвертой главе, где у нас, смотрите, какие-то злобные снеговики. Надо будет их проверить, как говорится, на прочность. Но это уже будет все потом. Это будет уже в следующих, ребятушки, сериях. Ух, какая тут длинная карта. Ё-моё. И босс там какой-то у нас. Ну что же, всем пока. Всем удачи. До скорого, ребят.